Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Никита. Мы сегодня будем играть. Да. Мы будем, наверное, не знаю. Когда вот мы играем. Ладно, погнали. Этот, короче, мне... На нём. Феникс потом сделаем. Сейчас на этом. Сейчас я вам покажу. Ну, вы видели, да? Ай, задом не получилось. Боже, почти получалось последнее. Ой, извините за задержку. Жалею на все заново. Почти получилось. Погнали. Просто замечательно. Бам, почти вы видели, почти. Ну все, все, хватит сливать. Сейчас я вам покажу мастер-класс быстренько. Ну было. Неплохо, неплохо, неплохо. Ай, не то, немножко упал. Не получилось. У нас не получается. Вот как вот, переведите мне подписчики. Было. Вот стань кували. Почему это должен отвечать? Ну, блин. Не хочу слезть. Ну, неплохо получилось у меня. Первое мое сальто было вот такое. И вот только что повторил. Нет, точнее, это мое не первое сальто. Первое мое сальто другое, это тоже новое сальто. Рис. Да нет, не улетай от меня далеко. Не получилось немножко сделать сальто. Да куда ты? Стоять вот так вот. Все, сделано, все, погнали. Это заодно. Блин, а ты переведите, пожалуйста, подписчики. Сейчас сделаю сальто, смотрите. Ай, не получилось немножко. Сальто недоработанное. Ой, хотел сделать строк, не получилось. Ладно. Я хочу потом пересмотреть, как это выглядит все. Ай, я знал, что не получится. Да чё, я все время влезаю с этим рулем. Ну, представим, что было. Да боже. Ну, вы скажете, что-то, но нет. Я просто не
начинаю. Ну неплохо, ну блин. Блин, чуть не получилось. Да хватит со своим рулем, ладно. Смотри. И что он все время падает? И, кстати, я забыл перезаряжать, когда сделал сальто. Живу. Вот теперь я хочу точно. Теперь хочу я посмотреть. Посмотрим. Третий. Хоп. Почти. Получилось это, вы видели. И сейчас будет красиво. Ну, почти. Это вот сейчас будет тоже. Игру, кстати, вы можете скачать по ссылке в описании. Ну, в конце было красиво. Кто не за это там. Ну, поняли. Кто не за там. Кобзда. Почти все, я разогрелся. Чего? Успел. Вы видели? Я сделал сальто. Ой, умер. Блин, из-за этого я слил. Я больше не буду этим рулем пользоваться. Флип-флап, Гучи Митрис, собак. В конце завершаем красиво. Боже, как это пройти, научите, пожалуйста. Просто ради прикола зайти. Так как ты не переворачивайся? Ладно, понял. Смотрите. Чего получилось? Угу. Клип. Вот вы видели, что я только что сделал? Я не понял, что сделал, но очень интересно. Давайте посмотрим. Это было красиво, сейчас будет тоже жестко. Ну, смотрите. Просто смотрите. Вот сейчас будет жестко, вот посмотрите. Вы сделали сальто. Заканчиваем. Кому тоже понравилось, ставьте. У нас меню. Ну не дадут новый велик, не дали. Блин, я забыл BMX взять, чтобы сделался красивей. Ладно, смотрите. Я уже размялся.
Вы видели? Не, ну вы видели. Пау. Ай, ну это нечестно. Нет, ну это нечестно было, я же говорю. Все, Руль, ты меня надостал. Ты куда-то падаешь, все, садись. Я сам с собой говорю, не надо обращать на это внимание. Заканчиваем просто красиво тоже. Но это тоже было красиво, но не получилось забрать. Давайте посмотрим на этом. Нифига я там сделал, я даже не заметил. Ну, красиво. Не сори, сейчас получим очко. Да, он лежал бы 16. И сейчас... Сейчас сделал только смотрите. По красоте он так. И смотрите. Фу. Видели, мне это... Я совершенно закончил, смотрите. О, красиво. Ну, по красоте, по красоте. Давайте поменяемся. Аж не бэк, а на бэймике кататься будем. Погнали. Я что, начинаю? Ты чё, он даже сальто не может... Нет, это реально какой-то слабенький. Не, я не хочу больше себе бэймикс. Смотрите, смотрите на это. Ай, куча мисс флаг. Май, куча флаг. Нет, ну вы видите, вот это вот, что это такое за перекрутки? Не, BMX такое себе здесь. Куча мисс флаг. Вау, вот это мы сделали трюка. Куча мисс флаг. Неплохо. Почти. Бэймикс мы никогда в жизни не возьмем, минимум. Ну, бэймикс такой сегодня. Вот это вот, это лучше ездит. Я просто, когда буду ехать на маленькую коляску, я не буду на ней вообще ездить. С первым же сейчас так будет. Блин, перевернулся, какой начальник, каждый раз, давайте как начал. Не понял? Смотрите. Неплохо, да? Ну ладно. Мы вернулись и даже тоже ничего не получили. Куча мисс флаг. Вау. Ну неплохо вылетели, нам повезло. Мрак, куча мыслей, мрак, мрак. Он увидит, как ты эпично. Нет, мне задели велик. Этот велик просто меня бесит. Смотрите, смотрите. Так, погнали еще раз. Сейчас я сделаю трюк дикий, смотрите. В этом зику сделал, сейчас вы поймете. Куча мисс флаг. Успел. Куча мисс флаг. Увидели? Ну куда ты врезаешь, смотрите. Куча мисс флаг. Куча мисс флаг. Куча мисс флаг. Прям перед концом все, давай перед концом сделаем дикий сэй. Вау, 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 вау.
почти получилось. Ладно, давайте до 20 минут дойдем и сделаем тарту. Почти, почти, ну ладно. Почти. Вау. Вау, пацаны. Пацаны, я ютубер, еще раз говорю, значит, по ссылке там. В описании заходите. Прикольно. Ой, врезался. Флипчер. Ой, я флип сделал. Куча моя. А может мне просто заехать и закончить? Нет. Май, куча мисс флаг. В конце залетаю. Молодцы. Я молодец. Давайте видим, посмотрим, как я это взял все. Типа повезло. Не поняли, я подавался. Я встал самое главное. Ну и сейчас будет самое дикое. Чё все время бакуюсь? Мам! Плюшка на столе. Извините, это моя кошка. Плюшка. Могу снять влог, если мы наберем на этом видео 10 лайков. Ну, давайте даже не 10, а 5, чтобы вам было легче. Давайте напоследок сделаем красивенькие какие-нибудь сальтушки. И я не буду бороться, чтобы сделать красивую. Куча мисс флаг. Ладно, давайте сейчас я сделаю какие-нибудь такие трюки. Попробуем мисс флаг. Все, смотрите. Куча мисс флаг. Не, ну вы видели? Какая покрасивая. Красота. Красотень. Ну и напоследок посмотрим, как я красиво завершу. Я отключаюсь, с вами был я. Пока-пока. Сейчас музыка пойдет.